На входе охрана просит каждого посетителя торгового центра надеть маску. Если с собой нет, предлагают одноразовую. В магазинах обязательно наличие санитайзеров и социальной разметки. Чтобы проверить, как соблюдаются санитарные нормы, организовали мониторинг одного из ТЦ Кировского района. В рейде приняли участие представители Минимущества, администрации и полиция. Главная цель не наказать, а обезопасить, говорят ревизоры. ТЦ, как правило, они все... Достаточно все законопослушные, то есть они всегда на волне, они впереди планеты все, они там смотрят, отслеживают вот эти постановления губернатора. Поэтому, как сказать, вот так нареканий там нет. Тем более, ну, что касается данного торгового центра, тут руководство вышло за нас с инициативой, что проводить вот такие рейды, как вам позволит техническая возможность, то есть мы всегда идем навстречу. В Кировском районе расположено 13 торговых центров. По словам представителей администрации, в месяц собирается порядка 80 материалов. Их в дальнейшем направляют в управление гражданской защиты. Из-за большого потока актов открыли временный распределительный центр. Уже оттуда сотрудники решают, какой из органов будет заниматься тем или иным вопросом. Сейчас вот мы осуществляем мероприятия по выявлению физических лиц, но также администрация нам направляет и на юридических лиц. Мы не наказываем лиц, мы только составляем протокол, собираем материал и направляем их в суд. В связи с новым постановлением губернатора на фудкорты могут проходить лишь те, у кого есть QR-коды. Этот процесс охрана ТЦ также контролирует. Посетителю нужно предъявить код и документ, удостоверяющий личность. Люди, да, более сознательно относятся к данной проблеме и понимают, что, например, лучше выполнить те или иные действия. Они, в принципе, не доставляют больших хлопот, как одеть маску. И также воспользоваться услугами нашего торгового центра, совершить покупки или еще что-то покушать на фудкорте и так далее. Нарушений в этот раз ревизионная группа не выявила. Ко всем предпринятым мерам как сами сотрудники, так и посетители относятся с пониманием. Сейчас как никогда важно сплотиться в решении общей проблемы, чтобы вернуться к доковидной жизни. Мария Илчан, Константин Головин. События.